Одна машина на крыше другой. Догоняй, давай, скидывай ее. Скидывай. Ты видел, что он сделал? Всю машину нам разбил. Да. Это была Камри, по-моему. Смотрите аккуратно. Втроем сразу. У нас помеха справа, а этот что творит? 140. 140, это рекорд. 141 даже. Привет, ребята, вы на канале Горошины и Игруши. Снова. И сегодня мы играем в игру... Симулятор курьера. Да. У нас в нашем распоряжении четверка. Так, добро пожаловать в клуб. Довези-ка до кафе. Что, какое, что довезти? Доставка, кафе придорожное. А что везти, непонятно. Ну, поехали. Четверка в нашем распоряжении, ребята. Погнали. Аккуратненько здесь. Кольцевое движение. Да. По карте у нас зеленая, видишь, точка? Наверх, посмотри. Вот туда мы должны подъехать, на зеленую точку. Вот, смотри. Так, ну неплохо, так-то неплохо уже все выглядит. Единственное, камера не меняется. Сигнала нет, фары не включаются. А графика вроде ничего. Ну, если нравится, ставьте лайк. Обязательно лайкосик. А где поворот-то на эту улицу? А, вот, смотри, вот, желтые столбы. Да, да, давай, давайте. Желтые столбы – это как раз точки. Ну, хорошее обозначение, видно издалека. Так, выбрасываем посылку. Что будет дальше, интересно? Как думаешь? Думаю, что дальше нас ждет кое-какой путь. Следующая точка – гараж, штаб-квартира. Путь, ну, или... Штаб-квартира, смотри-ка. Так, аккуратно здесь, разгон. Интересно, максималка сколько у этой четверки? Думаю, что, ну, где-то, наверное, 205. Не, они столько не ездят. 130. Ну, вот это да, похоже. Стой! Она бьется! Смотри, я думал, обычно в таких играх с графикой не очень. А тут, смотри-ка, мы... Лакокрасочное покрытие. Они не бьются, они, похоже... Шкода! Шкода Октавия. Октавия была, да. Смотрите, ребята. О, поворачивай сюда стол. Если в этой игре есть Шкода Октавия, значит она не такая уж и плохая. Toyota Camry. Миссия выполнена, что дальше? Toyota Camry, что? Личный шофер, сюжет, награда 105. Ну давай. Можешь подбросить, говорит, меня до гаража, ну поехали. Улица красно-зеленых. Красно-зеленых. Поехали на улицу красно-зеленых. Шкода снова на встречу. Вот здесь, кстати, можно проверить скорость максимально. Сколько Шкод? Шкод много, да. Но у нас классика, ребята. К сожалению, другую машину не дали. Шкод, да, много. 95, 100, 110. Сколько? Это нарушение по городу, нельзя столько ездить. Ты видел, что он сделал? Всю машину нам разбил. Да. Это была Камри, по-моему. Да, всю разбил, вообще, четверку нам. Oh my God! Ну и что теперь с ней делать, она поедет вообще? Как думаешь? Думаю, что нет. Камри, смотри, еще одна Камри, еще опять лезет. Аккуратно, аккуратно ищу. И тут какой-то джип американский. Форд, наверное. Форд, наверное, ребята. Что ж такое-то, какие хулиганы здесь вокруг. Дайте нам развернуться вообще, а он нам сюда в карман. Вот где зеленый квадратик, нам туда. Ой, еще какая-то машина. Еще какая-то машина. Ну такие современные, кстати, камни. Ну камни такие, наверное. Камни. Камни. Toyota камни. Поехали. Налево. Здесь аккуратно. Смотрите аккуратно! Втроем сразу! У нас помеха справа, а этот что творит? Что он творил? Посмотри, все. Ничего не осталось. Ничего от четверки не осталось. Ничего. Она едет. А, одна дверь осталась. Стой! Стой! Одна дверь осталась. Да, одна дверь. Она по-прежнему едет, но ее носит. Смотри, как ее носит по дороге. Ну не разбилась, ребята. Отлично. Так, мы приехали или нет? А, вот желтый столб, надо разворачиваться. Он где-то во дворе. Тихо! С ручником. Да. Это что поехал там? Таксишка, да. Американская какая-то. Таксишка. Опять Окташка. Окташка. Так, сюда, вот, Окташка, ребята. Окташка-богдашка. Частный сектор. Частный сектор, старые деревенские дома. Это наша конечная точка. Все здесь? Так, есть. Награда для героев, сюжет, заказчик кто-то там, не успеваю читать. Опять следующая точка, гараж, штаб-квартира. Только рядышком уже здесь, вот зеленая находится. Поехали. Аккуратно, что ж такое-то?
Что это едет такое? Одна машина на крыше другой. Посмотри. Надо их скинуть. Давай скинем. Скидывай их. Не получилось. Разворачивайся. Что это такое? Да. Что это? Смотрите, ребята. Одна машина на крыше другой. Догоняй, давай, скидывай ее. Скидывай. Нет. Как она стоит на месте? Стоит. А можно ее скинуть вообще? Это кто там? Октавия везет какой-то минивэн? Минивэн. Какой-то, наверное, корейский минивэн, да, похож? Карнивал, может быть. Так, давай скинем, попробуем. Ну, наверное, нет. Ну, может, да. Скинуть, думаешь, получится? Нет, это американский все-таки минивэн. Смотри, у него колеса проворачиваются, поэтому ему не слезть. Тихо. Сейчас мы, пока мы тут скидываем, мы четверку разобьем. Да. Так, ну давай, 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 давай. Я уверен, что можно скинуть, как ты думаешь? Смотри, он застрял прямо на капоте. Скидывай его. Ну, движение есть. Значит, давай разгонимся побольше. Разгон и скидывай. Падает, падает, падает. Так, мы сейчас пропустим свое задание, пока мы тут скидываем. Еще раз. Слез. Слезай, давай, давай, давай. И еще разочек. Ну, давай, 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 бедная Октавия, зажата, смотри. И еще разок попробуем. Еще раз, да. Разгон. И скидывай его. Вот, есть, все. Ну что, освободилась Октавия? Да, думаю, что да. Давай отъедем, посмотрим, поедет Октавия или нет. Так. Да, вроде поехала вроде как, да? Да. Так, ну что, здесь попробуем проверить максимальную скорость? Да. 97, 100, 105, 108. 129, 130. Уже больше, чем ты сказал. Давай, 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 давай. Давай. Мне кажется, 40. Ну, давай, 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 разгон пошел. Ну, 132, 134, 135. Но будет разгон максимальный. 139. 140. 140, это рекорд. 141 даже. Мне кажется, 140. 142. Аккуратно просто в дерево садись. 150, мне кажется, разгон. Ничего себе, 142 в дерево. Вообще машина не должна выжить после этого. Да, как вы думаете, ребят? По-моему, это невозможно. Она разбита, но она все еще ездит. Так, вот наш столб желтый. Да. Так. Какие еще задания надо? Так мы приехали в какую-то... Постоянно сюда приезжаем. Здесь, видимо, здесь отправная точка отсюда. Следующая точка — юго-западные гаражи. Написано, видите? Юго-западные так, гаражи. Ну что, в гаражи поехали? Поехали в гаражи, посмотрим. Походим. Что-то у нас сегодня просто сплошные аварии. Да. Посмотри, что с четверкой случилось. Ни дверей, ни задней крышки. Ну-ка. Разгон пошел. 128, 30. Может быть, в этот раз быстрее. Аккуратно, тут встречка. Ну, ничего себе. Едет еще. Что это было? Там что, двери валялись какие-то? Там, наверное, от какой-то аварии двери валялись. Нас подкинуло. Так, едем, ребята. В гараже едем, в гараже. Аккуратно, на разбитой четверке, в которой не осталось ничего. Разгон. Обходим, этого обходим. Ты в напряге? Да, я в напряге. Аккуратно, смотри здесь, что будет сейчас. Если так ехать, то мы можем всех собрать, да? Да. Так. Нет, удивительно. Смотри, мы к точке подъезжаем. Сейчас, наверное, будет уже последнее задание мы выполняем, ребята. После этого нам срочно надо будет в сервис ехать. Больше мы не можем. Чтобы как-то... его, чтобы починить эту... эту ладу, точнее, эту ладу. Это был Кадиллак, кстати, какой-то американский. Кадиллак. Если нас поймает ДПС в таком виде, на штрафстоянку заберут машину. Сразу выполняем и в гараж. Кадиллак, Кадиллак. И в сервис. Он... Тихо, тихо, тихо. И в такси тоже сейчас. Кадиллак, Кадиллачочек. Кадиллачочек. Так, ребята, все, сейчас смотри, закрываем эту... Ай! Поехали. Закрываем этот заказ, да? И сразу в сервис на ремонт. Потому что больше мы так ездить не можем. Нельзя так по городу ездить. Есть? Миссия выполнена, ребята. Миссия. Ну что? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Игорюшина Игруша. Кому понравилось это видео, не забудьте поддержать лайкосом. В инстаграме. А мы в сервис ремонтироваться. Пока. Пока.